Дильнас, ендеше эксперимент. Дәл қазір біздің сүйікті өлең «Золотой-золотой»ды әртүрлі жанрларда айтып көрмекшіміз. Сіздердің қошеметтеріңіз бен, қанеке! Әртүрлі жанрда «Золотой-золотой» әні Дильнас Ахмадиевін орындауды. Скорая помощь есть там, если кому-то плохо станет от этого пения? От этого пения может плохо стать только вам, Дильнас. Хорошо, так попробуем. Так что мы переживаем только за вас. Давайте попробуем. Ну, берегитесь. Берегусь. Сонымен айта кететін жайт, импровизацияға бізге көмектесетін өзіміздің Заратуштра бэнд тобы. Шабалақтап қойыңыздар. Заратуштра бэнд. Еліміздегі ең үздік бэнд, ең үздік топ. Ендеше, Дильнас, дайындалыңыз. Сіздің әніңіз әдетте жігіттер жақсы көреді. Және әскерде жиі орындалады екен. Ендеше, Смирны. Тік тұр, теңел. Сахнада Қазақ Таймс әскери оркестрі және оның солисі Дильнас Ахмадиева. Сапи, плей! Золотой, золотой, я зову тебя ласково. Ты ночами ясными, приходи за мной. А под этой луной нам уже не захочется дышать одиночество. Золотой, золотой. Ура! Ура! Бәрекелді. Так пойдет? Браво! Керемет, алғашқан керемет болған сияқты, қанеке. Шабалақтап ойыңыздар да. Сіз түсіндіңіз ғой ойын шарттарын, е? Барлығы түсінікті. Әрмен қарай қызығырақ. Келесі стиль реги стилі. Мен хабарлап жіберейін, е? Братва, қарсы алыңыздар. Чувиха, спайот. Именно так, да? Ну, ассоциация. Ассоциация болса. Вот так вот. Дильнас. Делай красиво. Поехали. Поехали. Кеттік болмаса. Давай, тық-тық-тық. Реги, реги, реги стилі, кеттік. Бірмәмә, жаға, жаға. Су қайдасың? Золотой, золотой. Ай, золотой. Я зову тебя ласково. По кайфу, по кайфу. А ты ночами ясными. Ночами, ми-ми-ми. Приходи за мной. Ай, за мной. А под эту луну. Больше одиночества. Золотой, золотой. Плотно бастан депті. Рахмет, Дильнас Ахмадиева. Керемет регги стилінде ән айтты, ары қарай жалғастырайық. Дамы и господа, дамы приглашают кавалеров. Белый танец. Баяу ән. Золотой, золотой. Кеттік медляк, былайша айтқанда. Золотой, золотой, я зову тебя ласково. Ты ночами ясными, приходи со мной. Под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой. Я жду тебя, любимый. Келесі жанр. Қазір хабарлайым, со жерден білден білесілер. Йо-йо-йо-йо-йо! Больше шума, больше шума, друзья! Come on! МС Диля! Встречайте! Go! 50 Cent немесе 200 тенге! Качай, качай, качай! Come on! Алматы қайдасындар! 72, 72, 92, 85, 64! Золотой, золотой, hey! Я зову тебя ласково. Ты ночами ясными приходи за мной. А под этой луной нам уже не захочется больше одиночества. Золотой, золотой. И, вер, е.
екі, үш, көп, бес, алты, жет, сегіз, тоғыз, он, он бір, он екі, он бір, он бір, он бір, он бір, он бір, он бір, золотой, золотой, золотой. Come on, 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 мен ойымша тағы бір қиын тапсырма Дельназға. Золотой, золотой атты әдемі әннен қазір быт-шыт рок жасаймыз. Быт-шыт. Металлика. Сіздің золотыңыз коррозия болып кетті. Жалғастырайық. Кошмар какой-то. Стиль посвящается всей братве, кто прошел эту жизнь от звонка до звонка по понятиям ағайындарға арналады. Диля, братуха, жги. Давай, братан. Братуха, голова, два уха, Дильна, ехали, Зуха, ехали, поехали. Пацаны, есть же. Есть же, да? Бас. Всем, кто на картах посвящается. А! А золотой, золотой. Ну, конечно. А я зову тебя ласково. Представляешь. Иначе ясными, а приходи за мной. Под этой луной. Под луной. А нам уже не захочется больше одиночества. А золотой, золотой. Золотой. Братуха, присаживайся. Не могу присесть, братан, золотой. Сеструха, привстань тогда. О чем, почем, о жизни, по жизни. Есть же. А так? А так есть же, да. А так вызван козел возен? Сенка возен. Құрметті біздің көрермендер. Дәл қазір сіздердің алдарыңызда талай ақындардың мүшәйрасында бірінші орын алып, грамоталарды жинап келген жас ақын нөмір 156 филология мектебінің 4-ші класс сынып оқушысы Дильназ Ахмадиеваның орындауында лирикалық тәкпәк даусынан өргіліп кетейін. Белый стих. Қабылдаңыздар. Золотой. Сезім. Чувство. Золотой, золотой, я зову тебя ласково. Ты ночами ясными приходи за мной. Хорошо. Больше ты здесь. Золотой, золотой. Куда я и куда я? Я зову тебя ласково. Давлением куда? Ты ночами ясными. Когда? Приходи за мной. На ночь спишь? А под этой луной? Под какой? Нам уже не захочется. Как? Больше одиночества. Бесье. Золотой. Золотой. Жор! Құрметті достар, Қазақ Таймс бағдарламасында бізде қонақта болған біздің сүйікті әншіміз Дильназ Ахмадиева. Рахмет.
Құрметті достар, Қазақ Таймс бағдарламасында мега талантты, мега дарынды Дильназ Ахмадиева. Дильназ, жаңа ғана барлығымыз сіз бізге келіп, керемет көңіл күй сыйладыңыз. Енді көрермендерге біздің бағдарлама керемет ән сыйласаңыз. Жарайды, рахмет. Дильназ Ахмадиева, қарсы алыңыздар.